Всем привет, это Глихазарден, и сегодня мы с вами будем прокачивать база. А вот я его получил, только что собрал пасса. Ну, я в него влил очки силы, которые у меня были. Давайте его теперь прокачаем. Так, вот так вот. Ну, прокачали его мы с вами, да, до 4 силы. Ну, погнали с вами, не знаю, куда. Погнали соло шоу-даун, заценим, что за боец. Ну, в принципе, видел его механику. Прикольненький такой чувачок. Мне он понравился, поэтому я купил этот Brawl Pass. Вот такой вот у него смайлик, пока что не анимированный. Ну вот так вот он бьет, вот такой вот, как дугой. Поэтому не очень удобно банки ломать. Тут пока что я играю с ботами. Ну, кстати, это, по-моему, это этот, как его звать? Ну, это по... Этот, тяжеловес. Гаденыш. Иди сюда, говнюк. Ребят, кстати, знаете что, с ним можно... Эти, пустычок, смотри, сейчас притянемся к Джеки и ее застопим. Вот так вот. Чё, ни хрена бывает? Чё-то не очень мы попали в Джеки, блин. Но это еще надо подноровиться ультовать. Так, а вот тут вот у нас вот этот лошпент. Где вообще челик? Вот так вот, бам, притянемся к Рози и ее... Вот так вот. Мы ее с вами, получается, стопаем. Смотрите, у нас, кстати, с вами ульта заряжается. Видите, когда вот так вот мы просто... Это, вот так вот стопаем опять Розу и просто ее разносим вот так вот. Вот такой боец. Вот прикольно то, что вот, он может к стенкам притягиваться. Поэтому это... Вот, кстати, мне на него дали квест. Поэтому он может... можно, допустим, вот когда тебя зажимают уже. Ну, поэтому можно... Вот так вот как-нибудь свалить, и все. Так, чувачок у нас тут, Карл. Давайте его вынесем. Блин, по урону нормально, прям чекайте просто. На 4 силе охренеть, он просто сколько сносит. Я Карла со скольки там очку из 2, да? Напишите в комментариях, а то я что-то не очень помню. Джеки, тут пока что с вами с лохами батлимся. С ботами, видите, боты, это нормальные бы игроки, они сразу же бы просто все банки запылесосили на беду. Давайте вот, попробуем кому-нибудь нормально притянуться, вот, допустим, к Булу, вот так вот. Ёшкин такой, давайте еще ульту зарядим. Давайте еще зарядим ульту и попробуем к нему притянуться. Вот так вот, смотрите, бам, и вот так вот его разносим, ни хрена себе дамажим. У него еще иконка вообще охрененная. Сейчас поставим ее. Ты охренела совсем? Сейчас, она ультанет, наверное, да? Давай, ломай банку. Вот так вот. Персонаж вообще классный, мне понравился. Сейчас давайте иконку поменяем на Джорджа. Где у нас тут иконочки? Подходящее имечко, вот такое вот. Вообще найс. Погнали в какой-нибудь режим попробуем сгонять. Излагало. Погнали, попробуем в это. Нет, в хейст не надо. Куда можно на него сходить? Погнали, попробуем с ним поиграть в Brawl Ball. Бравлер вообще прикольный. Мне вот особенно понравился, что вот с помощью него можно чекать кусты. Вот, допустим, вот челик сидит в кустах, а вот когда вот, для тех, кто не понял, заходишь, получается, челик в этот круг пропунктированный, получается, у меня заряжается ульта. Да, и вот смотрите, еще пробуем подтянуться вот так вот. Чекать сразу же троих просто застанем. Давай, чувак, забивай. Красавчик. Так, ребят, в Brawl Ball мы с вами затащили карточку. Напишите в комментариях, как вам понравился этот бравлер или нет. Я теперь его буду качать, потому что мне он прям реально зашел. Вообще такой прикольный. Давайте еще на последующем поиграем на нем в Баскет Бравл. Для тех, кто не знает, может быть, кто-то будет в будущем это видео смотреть. Это режим временный. Как раз, мне этот режим не очень зашел вообще, Вот который был волейбол, вообще прям был очень клевый. Мне понравился волейбол. Волейбол мне прям зашел. Давайте еще попробуем гол забить.
Да ё-моё, да как она не из-за этого? Вот так. Опа! Застанили челика. Давай, сейчас забью. Вот, забиваем своим голом. Не, блин, вот особенно вот то, что это. Он может сразу же группы чуваков просто вот так вот брать и вот так настанет их всех нахрен. Да, ну давай, забивай, чувак. Если не забьешь, ты лох. О, ну ты лох. Давай, забивай уже побыстрее, мне надо видео заканчивать. Ну ёшкин ты косос. Чё? Да блин. На! Ой-ой-ой, залагал интернет. Короче, ребят, блин. Simple Dimple, puppet squish, puppet squish, puppet squish. Что? Если голова болит. Simple Dimple, puppet squish, puppet squish, puppet squish. Что? Роскомздрав?